Учителей и ветеранов педагогического труда сельских школ с профессиональным праздником в режиме видеоконференц-связи поздравили глава региона Юрий Бездудный, заместитель руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова и заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. В связи с эпидемиологической обстановкой педагоги школ всех муниципальных образований округа поздравления окружных властей с профессиональным праздником в этом году получили в онлайн-режиме. Все мы действительно как-то по-особенному встречаем октябрь, потому что всегда начало октября, 5 октября – это праздник, День Учителя. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Я понимаю, как нелегко сейчас в современных условиях преподавать. Я сам преподаватель и преподавал в ВУЗе, и помню вот ту тревогу, волнение, с которым шел, допустим, на первую лекцию. Как готовился, как переживал не только за то, как я донесу материал, но даже как буду выглядеть, будет ли нормально костюм сидеть и как меня будут воспринимать студенты. В своем поздравлении Юрий Бездудный отметил, что несмотря на век современных технологий, ничто не заменит живое общение учителя со своими учениками. Пусть будут эти все средства образования. И это хорошо, когда они есть. Но все равно очень важно, когда дети, ребята, наши дети, они видят учителя, они видят эмоцию учителя, они ее считывают, и они учатся не только математике, английскому, они еще учатся и доброте. Поэтому, дорогие друзья, я вас искренне поздравляю с этим праздником. Я вам желаю терпения и благодарных учеников. А еще желаю здоровья и крепости духа. И спасибо вам огромное за тот труд, нелегкий, но очень и очень благодарный. Также участие в поздравлении педагогов Ненецкого округа в режиме ВКС принял вице-спикер собрания депутатов региона Максим Арбузов. В школах НАУ трудятся талантливые педагоги, профессионалы. Вы не просто даете людям прочные знания, вы воспитываете, даете нравственные ориентиры, помогаете детям раскрывать свои таланты. И, наверное, я скажу так, в моей жизни школа это была вторым, наверное, вторым местом, где я больше всего проводил времени, помимо семьи. Он отметил, что труд учителя сегодня и всегда остается одним из самых важных в жизни человека, а профессия учителя – одна из самых почетных. И я уверен, что вы в вашей работе даете детям не только знания, но и в том числе помогаете, как вторые, наверное, добрые родители, им преодолеть трудности именно подросткового возраста, потому что когда организм меняется физически, психика, соответственно, тоже меняется, и разум наш меняется каждый день, а это очень сложно. Этим занимаются родители, но в большую часть времени все-таки работаете с развитием детей именно вы. И вам большое спасибо и низкий поклон за те усилия, которые вы прилагаете, за душу, которую вы вкладываете в этих детей. В ответном слове педагоги Красновской школы поблагодарили за поздравления и пожелали коллегам-учителям успехов в работе. Хотим поздравить всех людей нашей планеты с этим замечательным днем, но в первую очередь, конечно же, вас, дорогие наши коллеги, учителя Ненецкого автономного округа. С днем главной профессии на Земле. Александра Литкова, Ольга Русул, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север».